Скульптурная композиция в педагогическом сквере в год педагога и наставника получилась по-настоящему символичной. Место установки определили в ходе общественного голосования на портале госуслуги. По словам губернатора, работе уделялось большое внимание, проводилось многократное обсуждение, в общем, стремились сделать с душой. При этом памятник учителю – часть первого этапа реконструкции сквера. В следующем году работы здесь будут продолжены. Мы не раз говорили о том, что всегда нужен комплексный подход. Поэтому, конечно, этот сквер будет и дальше благоустраиваться. Приведем в порядок и все фасады, и окружающие здания. И в целом сделаем хороший сквер. Появится еще одно такое хорошее место для отдыха горожан и для гостей нашего города. Еще раз хочу выразить огромную благодарность всем учителям. Я прекрасно помню всех своих учителей. Еще раз хочу сказать, что мои родители оба преподаватели. Я знаю не понаслышке, насколько это тяжелый, но при этом благодарный труд. Сам памятник представляет собой стопку книг, на которых сидят пеликаны. Символ педагогики, а поодаль стоит учительница, наблюдающая за птицами-учениками. Свои истоки этот образ берет из христианства, где образ пеликана отображает милосердие, самопожертвование и родительскую любовь. И, кстати, победителям всероссийского конкурса «Учитель года» обычно тоже вручают фигурки пеликана. Рязанские лауреаты перед открытием композиции цитировали Пушкина. Что нужно для развития? Умная книга и мудрый собеседник. Книги здесь. Символ жертвенности, служения – пеликан. Мы сейчас увидим эту скульптуру. И, конечно, учитель, который хочет служить детству, образованию России. Для полного понимания задумки, по словам скульптора Олега Седова, композицию нужно осматривать со всех сторон. Здесь есть даже сюжет со строгой учительницей и нерадивым учеником, который пытается сбежать с урока. Остальные же стремятся к знаниям. Тема сегодня самая актуальная.